Так, цветочки. Иду относить цветочки. Какие цветочки? Вот эти. Вот эти цветочки. Есть? Нет, не достало чуть-чуть. Рифтом. Летим в рифтом. Возьму health. Почему, интересно, сама сдвинулась это вот влево? Было здесь, сдвинулась влево. Conjuration мне надо 75, у меня еще нет пока 75. Разумеется, enchanting я вообще ни одного не взял. А, стоп. Unhanded тоже не могу. Archery не могу. Это я брал? Нет, а вот возьму. Пусть время замедляется. Так. Девушка дома сейчас сидит, наверное. Мы подождем до утра. Сейчас вечер, подождем 10-11 часов и отнесу, когда она будет алхимиста, алхимистов или алхимиста. Старая каргата алхимистка считается или просто каргой. А вот эти листики это из текстур, которых я понаставил, интересно. А, ну-ка, да, но их не было же. Бочка вот так вот сдвигается теперь. Что у нас тут? Что выглядит по-другому? Так, а продать-то я могу что-нибудь? У меня всего, конечно, не густо. Или нет, а я уже все продал, да. Я уже все продал. Working at the Rift in Fishery is tough. Так. Алхимистом. Надо вот же она. Sorry, just thinking about my. Забирай. This is just what I needed. Here's some gold for your time. Thank you. My experiments can't be completed until you've brought me those ingredients. My mind is on my experiments today. Мне интересно, не надо мне это ничего рассказывать.
Так, следующее. Я пойду принесу. Ага. Значит, это я собираю. Так, Нинрут вообще не по этой кассе соберу. Вот сюда мне надо. И когда там написано шипмент, это значит статуя Дибелы. А, вот сюда мне надо каким-то образом прийти. Полечу я отсюда. Себе Петра одного. Что тут у нас? Вот. Хоба! Улетел нафиг. Спасибо, дружок. Detected by whom? Так, а эти цветочки я собираю, да? Нет. Тихо, ты не успел. Не успел достать лук даже. Вот Петр там валит вообще. Так, мне туда, но тут же еще какая-то крепость. Надо тоже зайти. По-быстрому. А, тут так просто не зайдешь. Тут все хитро. У нас. Мостик там. Она закрыта с той стороны. Тут в обратном порядке. В обратную сторону надо идти. Тут мостик открыть. Ну, понятно. А так он скалы. Все это не проходится. Перешот. Так, могу сделать? Нет. Стоп. Не, не могу, магии не хватает. Касить Петров я еще не могу. Можно здесь подняться-то? Я думаю, нет, кстати. Скорее всего. Что здесь за место такое? Ну-ка. Пускал, что нет. А оно может и да. Так, и конечно можно. А он там пуляется-то? Ух, как замедляется время-то. Мимо. Да и фиг с ним.
Так, а что здесь такое-то? А, что-то я припоминаю здесь вроде. Да, я, по идее, должен был бы от них вот сюда пройти, а я тут залез типа на скалу, как самый типа хитрый. Но тут ты не прыгнешь. Сюда, пожалуйста, можно. Без проблем. Фарсоны, вы есть там? Кто? Или уже этот Петя всех расфигарил? А где мостик-то опускается? Я что-то не вижу, где мостик опускается. А, ну вот же, господи. И что, а для чего сюда надо вообще ходить было? Семь золота это, конечно, стоящая цель. Нет ничего. И здесь нет ничего. Здорово, чё. Мастер. Мастер, это значит, ключ, наверное, там валяется у этого, который сдох. Но можно, типа, открыть и так. Где тут хоть приблизительно-то? Ну где? Как-нибудь шевельнется? Нет. Оп.
здесь где-то. Так. Нет. Чуть дальше, если. Опять близко, но опять нет. Еще дальше? Нет, наоборот, хуже стало. Значит, ближе. Вот так. О! Есть. Даже два пункта увеличил сразу. Локпикинг. Арма на продажу возьму. Ладно, возьму, черт с ним, прибывает. А чё я сюда пришел? А, статуя Дибеллы. А она как, вообще произвольно, что ли, арендом в разных местах? Может быть. Чего у нас здесь-то? Чуть не упал. Так, не прятаться. Не прятаться. Ну где ты? Ну, мерзавец, а. Спрятался. Петр, отвали. Что-то пошло не так, называется. Что-то пошло не так. Огонь он не очень любит, конечно. Надо таранаха вызвать своего. Ух ты, 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 ух ты. Ух ты, ух ты. В чем я сейчас хожу-то? В
Все еще с дебилой. Вот дурак-то я. Где этот фрагмент? Мне же нужна магия. Ну-ка, займись. И он занялся. Ага, красавцы. Но черного камня душ у меня уже нет. Дохлые, что ли, все? Где второй? Вот это второй. Меня еще кто-то пуляется до сих пор. Массаж. И ловушек понаставили. Убил. Да что ты будешь делать-то, а? Ты вообще что ли не этот? Тебя попасть нельзя. Ну-ка. Возьми Петра. Начинают доставать меня тут. Готов, готов. Так, ну что тут у нас такого-то не особо тяжелого? Где второй? Вниз упал. Вон он.
Так, надо чуги выкинуть. Чуги выкинуть. Тебе не допрыгнешь. Так, а тут что у нас? Ты заразу ускользнул. Вот это номер, блин. Вот это номер, прикольно. Так. А куда это я пошел-то? Чё это такое, это самое-то? Ничего себе. Так, еще раз. Что там такое было?
в меня лупит. Что тут за место у вас такое? Что вы меня так вальнули? Хорошо. Активирует как пьедестал-то? Чем? Вы ж не хотите, чтобы я все помнил вообще, что было когда-либо? Так убил-то тогда в прошлый раз, когда я здесь был. Ну ладно, нашел местечко. Это что за деревня? Так, ну туда еще фиг пройдешь. Черт с ней. Полетели сдавать задание. Ну. Ну как нажать-то? А, отключу к чертовой матери сейчас задание, чтобы не мешалось. Не дает нажать. How about a septum? Wait, make that two septums. I feel like living it. Come on, you outsiders always have. Finally, now get lost. Aye, a whole heap of it. You see that temple way up there? All them women keeping to themselves? Won't let Ward to gain in, nope. Not even for a look. But they've got a treasure in there. Gold statue size of a child. Who knows what they use it for, but I know what I'll use it for. Well, let's not put it like that. Wouldn't want the Thieves Guild catching wind of us, eh? Nah, just creep in and have a go at taking it out. I'll be here and pay you half of what my man in Riften promised for it. You'll be helping out an old beggar, and the Divine smile on that sort of thing. Arnleaf and Sons Trading Company buys and sells anything you wandering types need. No, I'm not Arn... Oh, there it is! This little gold delight is going to keep us afloat for a while. Thank you. Here's something for your hard work. Денюшки. Oh, a bit of this and a bit of that. Так, что у тебя есть? Вылетело. Oh, a bit of this and a bit of that.
Так, ну мне надо зачаровать та сначала пойти, уж потом тебе продавать. Только мне еще надо было амулет дебила одеть. Я забыл. Finest jewelry in all of Markarth. You dare pretty. You need some fresh meat for your family? Just look at the blood coming from this car. Плохие деньги стоят. У меня уже этих соул джемов-то крупных набралось. Елки зеленые, сколько. Сделать один, но куда столько, зачем мне, в принципе. Хватит. No, I'm not on. Oh, a bit of this and a bit of that. $123 у тебя осталось. Что ж я тебе продам на 45-то? Come back whenever you need something. $8000. Ну ладно, пусть покупки дома нормально. Tacitus? Poison Imperial. I keep showing him how to treat the iron, but he never gets it. In the Legion, the Imperial Smiths used to read books when they couldn't set their hammers straight. Wisdom of the old, I guess. If you find a book called The Last Scabbard of Akrish,
would you bring it to me? Tacitus sure isn't learning by example. Mishula, thanks. Grew up in a stronghold. Every orc girl tended the forge at some point. A girl has to grow up, and life in the stronghold asked for a lot in return. So I joined the Legion, mastered my trade there. That's right. An orc stronghold. Kept to ourselves, lived as our ancestors would have wanted. Wasn't enough for me, though. I left. Didn't want to end up as the third wife of some lowly chieftain. The finest weapons and armor. Так, 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 так. Let me know if you need something for it. Так, теперь что-нибудь наваяю подороже. Что там? Дверно-то, естественно, я не могу. Остальное могу, норма. Так, теперь айрон. Что, тоже армор могу сделать. Теперь проапдейтить их. Добить, что там осталось. Ага. Так, ну, не мешайся. Полосочек нет. Do what I say, and I say you have many nails in the city.
теперь пойти продать вам этому визарду. Куда я иду? Да, все правильно. Lots of nasty holes in the reach, and Blind Cliff Cave is one of them. Is that fur coming out of your ears? I'm Calselmo's nephew. I help him around the laboratory. Good to see you. Take a look. What? Oh, goodbye. Don't let my uncle go on about his theories. He'll be here all night. Теперь продать все, так. I'm Calselmo's nephew. I have things to study. Да. I had you figured for a mage. I think you'll appreciate this. Так, что тебе еще можно продать-то? Spells and incantations for those with the talent to cast them. Много больно таскаю. Камней. Забирай.
Так, все, с этим. Или вот что, сразу слетаю. Бывает рано и допродам все. Красота. Вот тут текстуры-то как в Айтране. Кирпичная дорога. Got some good pieces out here if you're looking to take a look. Don't forget to check inside the shop if you need anything. I don't claim to be the best blacksmith. Welcome to War Maidens. Now, looking to protect yourself or deal some damage? All I ask is a fair chance. Good doing business with you. Я оркскую-то броню умею уже делать или нет? Я забыл. Красиво, ёлки. Have you met my father? He's a steward up at Dragon's. Ой, здесь кирпичики. Пора апдейтить теперь то, что я сделал. Рорикстед's a nice enough little hamlet, but a boring posting for a guard. If a dragon attacks, well. Сколько она прибавляет-то? 47-68. Settling in. The house for sale. Please home. You should talk to the steward up in the keep if you're interested. We've got small weapons as well as looking to protect yourself or deal some damage. Забирай. Looking to protect yourself or deal some damage?
Так, это у нее есть орки, но я уже забыл опять, могу я делать оркские или нет. I don't claim to be the best blacksmith. Looking to protect yourself or deal some damage? Откуда у нее взялось? Я этому продавал. У них там обмен, что ли, идет? И денег у нее нет. Смешно. Что у нас там с оркскими-то? А, могу же делать оркские, да. Ну, продавайте мне тогда оркские эти брусочки. He's looking to protect yourself or deal some damage. I'll take my leave then. А дальше не могу, потому что у меня нет железа. Ну ничего страшного. I help my father in more ways than people realize. Кожаную это я могу, или у меня там как полоски есть. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Так, денег у этих нет уже. See anything you like. Ah, hello, my Nord friend. An archer, eh? I've got just what you need. Bows and arrows for the mighty huntsman. Thank you very much for your business. Hello, friend. In the market for some hunting supplies? I don't claim to be the best blacksmith in Whitehorn. Yorland Greymane's got that on him. Man's steel is legendary. All I ask is a fair price. Полосок не хватает.
Опять полозок. А зачем я уже? Да, лучше я хочу. Here, или нет, еще одну сделаю. Но остальное пойдет. Have you met my father? He's a steward up at Dragon's Reach. I help my father in more ways than people realize. Так, что тут у меня осталось-то еще? Ничего, у меня только несколько полосок и все. I don't claim to be the best blacksmith in Lightrun. Yorland Greyman. Красивые текстуры, кстати. Well met, Kinsman.